в связи с такой тяжелой ситуацией в стране мы активизировались, и значит, цели и задачи наши направлены сейчас только на то, чтобы обезопасить наших граждан от незаконного вмешательства в работу транспортной инфраструктуры. Нами ежесуточно с использованием служебно-розыскных собак проводятся комиссионные обследования железнодорожного вокзала, морского порта Анапы, аэропорта и, соответственно, Керченской переправы, так как Керченская переправа тоже входит в зону обслуживания транспортной полиции Анапского линейного отдела.